Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем играть в Dying Light. Что там, квест у нас братья и сестры. Я поймал этого прыткого гада. Это было нелегко. Такое ощущение, что они вообще не устают. Ой, ну не надо, там нелегко было. Я его с одной стрелы зашатал. Вот мне потом от этого было нелегко бежать. Брекин, как слышно? А, это... Сейчас он будет базарить то, что тот мудила убежал. Опа. Кофе. Типа тот газовый запас для Тайгара. Так, сообщение Арфы старшего по газу вашим дурацким плитам нужен мой драгоценный газ. Но запасы бутана подходят к концу. Без газа вам придется двигаться до холодным супом. Понятно. Давай. Все. Да. Приведи его, я ему там жопу распинаю, не говори Джей, там, в общем, все понятно. Читал я это вчера, кому интересно, в прошлой серии послушайте. Так, что ты мне сейчас про дом опять расскажешь? Да. Да, давай. Вот. Я, короче, буду скипать вот эти все, которые уже повторяются, диалоги. Смысла нету их перечитывать. Каждый раз по-новому пересказывать. Так, Рахима на эстакаде надо найти. Но подожди, а что у нас про кофе-то? Кофе. Отыщите в барах и магазинах кофе для Тайгары. Кофе. Сколько надо? Принесите кофе 20 штук. А у меня разве 20 штук, что ли, нету? Кофе. Не может быть, чтобы у меня 20 кофе не было. Кофе 41. Все, то есть я сейчас кофе уже... А, так, подожди, нет, 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 не так мы сделаем. Посмотрим, сколько надо. Ага. За кофе... За кофе дают 2500. Ну, не. То есть кофе у меня уже сделано, все нормально. Милки для детей. Украсть украденное. Так, давай мы... Что за царица ведьм? Отправитесь в пещеру ночью, соберите все грибы. Ночью, ну, хрен с ним. Найдите... Так... Давай до баллона газовых посмотрим, сколько, где ты, газовый запас. Это... Найдите в городе газовые баллоны, газовый запас. Так. Или ты мне... Что ты мне показываешь? Музыка-то такая тревожная. Это все из-за того, этого, что ли? Ну, Рахима там этого, что он пошел взрывать. Так, маленько тут. Из-за того, что он взрываться... Взрываться или взрываться пошел. Так. Газовый запас. А где мне искать баллоны? Ну, соответственно, баллоны, они не отображаются на кафе. Кофе. Так, мелки для детей. Погнали, мы тогда мелки для детей посмотрим. Так, вы где? Это куда? Вот сюда. Там какое-то задание есть. Какой-то этот. Да, там 410 метров. Ну, черт с тобой, побежали. Самолетов нету, машин здесь тоже нету. Бычевка. Бичевка. $9. Блин, я еще ни хрена не покупал у барыг. По-моему, не покупал, да? Так, летит самолет. Давай посмотрим, куда он летит. Вот он, груз упал. Вообще рядом, смотри, рядом прям упал. Есть шанс первым прибежать этих. Этим, чтоб мудакам ничего не досталось. Блять, это бегунья. Крикунья. Пердунья сраная. Давай, открывай. Сейчас он как раз подбежит. Чё ты, блядь, не подбежала еще? Слышь? Я думал, ты сейчас подбежишь, я тебе в башню стукну. Почему вот аптечки по две лежит, а выдают только по одной? Странно как-то. Как они искусно обманывают. Ну-ка, тут открыть что-нибудь можно? И сколько ты там гореть можешь?
Вот такие вот эти вот ляпы получается, что он там вроде горит, но он горит вечность. И как-то не совсем правильно получилось. Не совсем правильно. А, ну мы уже почти у школы, да? Сейчас он там за уголок. И школа будет видна. Давай тут пройдемся не спеша. А вот уже и школа, да? Окей. Давай, оп. А вы чё, куда? Давай, опа. Чё, шею там не сломала себе? Ну-ка, а ты? И ты живой, ну. Не убился, и хорошо. Так. Открыть, закрыть. Путня здесь что есть? Так, тут не пройти. Или подожди, ты мне надо с той стороны эту открыть. Давай тогда уходим отсюда. Так, тут они по кустам бывают, прячутся. Пойдем-ка мы попробуем вот машину полицейскую сейчас скроем. Ой, там этот, блядь. Подожди, а дверь нельзя закрыть эту, интересно? Вот почему дверь-то нельзя закрыть? Вот так вот, пах-пах-пах. И все, и закрыть бы дверь. Мне вроде помнится, что я ее как-то закрывал. Ну, либо я что-то путаю. По-моему, я закрывал эту калитку. Так. А, вот что-то нащупали. Ага, где-то здесь. Да, что мне, четырех? Отмычек хватит. Так, что-то, по-моему, перегнул я палку, да? Ой, память-то пиздец. Ага. Еще чутка. Открыли. Что там? Песик, патроны, как что-нибудь. Так, берсерк и забойный нож. Забойно получилось с ножом прям. Я-то патроны какие-нибудь жду. Что здесь есть? Нормальный взлом. Нормальный взлом. Опять там кувалда. А чё короля-то нигде нету? Короля. Почему короля-то так нигде не дают? Так, здесь, сюда. Ху-ху. Так, что-то люди какие-то. О, вышел здесь, что ли? Что, давай побазарим? Долго. Здорово. Привет, ребята. Что у вас на этот раз? Ты знаешь, что такое аккумулятор? Долго, ты его убиваешь. В моторном отсеке автобуса есть тяжелая прямоугольная штука. Я знаю, что это такое. Нам нужны аккумуляторы двойной емкости. Пусковой ток не менее 1300 ампер. ТХП. ТХП — это ток холодного пуска. Это же... Это большой аккумулятор. Ага, килограммов 50-55 каждый. Это как несколько больших камней. Он американец, его бесит метрическая система. Нам нужно три штуки. Чё, ебанулись? Воспользуйся своей грубой силой. Вы, примитивные личности, любите продемонстрировать свою удаль и физическую подготовку. Вам кажется, это привлекает женщин? Уродливый, глупый, что еще у него есть? Как вообще можно так жить? Кто знает? У тебя есть инструкция? Теперь можешь идти расшифровывать. А теперь можешь их расшифровывать. Бля, вот я пизды бы вам дал. Базарите сильно.
Эдвард, я хочу просто поговорить. Слушай сюда, первый выстрел над головой, второй прямо в голову. Прекрати, Эдвард. Не надо пугать человека, который, возможно, пришел нам помочь. Мы его впервые видим. Не спорь со мной, впусти его. Похоже, Эрл хочет с тобой поговорить. Нет причин беспокоиться. Я что, выгляжу перепуганным до смерти? А он проницательный. Ну, заходи. Эрл. Давай побазарим. Я Эрл. Карл Крейн. Это моя племянница Салиха и ее сын Эрен. Ты извини, Эдварда, у него есть причины для беспокойства. Нас преследуют нехорошие люди. Кажется, я вас где-то видел. Вполне мог видеть предвыборную кампанию. Мое лицо развешивали по всему городу. Ну, конечно, Эрл Ассани, губернатор провинции. Губернатор ноля без палочки. Но Раис решил, что каждый политик угроза лично ему, и приказал меня уничтожить. Один раз меня чуть не убили, так я потерял ногу. И похоже, они от меня не отстанут. Банда бояков Раиса высадила меня в нашем последнем убежище в высотках. Эдвард только что оттуда. Говорит, они рыщут по всему району, рано или поздно они придут сюда. Похоже, у вас проблема. Если поможешь ее решить, я хорошо же заплачу. Все так говорят. Мне можешь поверить. Так что я предупреждаю, когда не за какую цену. Я подумаю об этом. Окей, да, давай подумаем об этом. Десятку заплатит он. А, ну 10 тысяч опыта даст. Так, давай мы мелки найдем. Эрл. То есть я школу эту для вас освободил, да? Записка какая-то. Записка. А, тайник игрока. Так, что мне сюда выложить можно? Так, не, выложить мне ничего нельзя. А вот сломать. Забойный молоток. Так, давай мы самое дешманское сломаем. Угу. Ой, не дешманское, а с наименьшим уроном. Всякое говно сломаем. Так, это ракеты, простой клевец, медный нож. Херня это все, да? Бейсбольная бита. Короче, все, что меньше сотки. Давай мы сейчас расколбасим. На запчасти уберем. Потому что... Ой, блин. Ну и чё? Великолепная бейсбольная бита. Мясницкий нож. Все это нахрен лесом, чтоб место не занимало. Вот, это все остается. Так, давай. Нет, мы сюда вот тебя. Давай. Переместим. О, и все, отлично. Место освободилось. 20 тысяч на балансе. Так, еще нужно найти 2 мелка. Вот еще мелки. И вот еще мелки, да? Окей, мелки мы нашли. Отдайте мелки Кейт. Так, а тут все забаррикадировано. Тут все забаррикадировано. Ага. Так. А здесь, здесь, здесь. А, то есть это они тут все позабаррикадировали, получается. Еще записка. Что-то радио базарит. На непонятном мне языке. Так, я же там как-то нашел эти. Записки, я как-то записки нашел там, да? F, вот. Давай посмотрим записка 1. Что такое? Бента, я все понимаю. Я помню, как ты говорил, что лекарства действуют не всегда. Но когда мы начинали бизнес, пустышка оказалась где-то одна из 5 таблеток, а остальные действовали как надо. Потом пустышкой стала каждая третья таблетка. Потом уже половина не работала. А я совсем понимаю, что значит эффект плацебо. Но он явно не действует на большинство моих покупателей. Буду тебе очень признателен, если ты сможешь усилить этот самый плацебо в своих лекарствах. Но круто, что ты теперь можешь производить антизин, собственно, отдельной уборной. Я уверен, что контроль за качеством станет лучше. Я рад, что мы вместе работаем. Мы делаем хорошие деньги, а заодно и помогаем людям. Юсуф. Далее F7. Давай посмотрим. Записка номер 5. Ты крутой, ты сильный, ты с трудом читаешь, что тут написано. Если на все три вопроса ты отвечаешь «да», то у нас есть для тебя работа. Нам нужен законченный идиот, которого, возможно, убьют в первый же день. Несколько таких уже было. Возможно, теперь это твоя очередь. Свяжись с Фатимой, с Фатимом и Толгой. Развязался.
Так, давай восьмая. Капитану Халиму, полицейское управление Харана. Уважаемый капитан Халим, меня зовут Кэрри Сеннер, и я пишу, чтобы изложить свои опасения насчет человека, живущего по соседству. Его зовут Салим. Я не знаю его фамилию, но он живет в 2-3 кварталах от моего дома. Это странный тип, который часто разглядывает женщин и девушек, проходящих мимо. Однажды, пару недель назад, он шел за мной до самого моего дома. Я уверена, что он специально за мной следил. Я чувствовала на себе его взгляд. А в прошлый вторник он вдруг подошел ко мне на улице и спросил, не хотите ли выступить для меня? Не знаю, что он имел в виду, но меня это насторожило. Мне говорили, что он работает допоздна у себя в подвале. Также известно, что он покупает замки и цепи в больших количествах и часто спрашивает продавцов, насколько крепкой должна быть цепь, чтобы удержать человека. Я понимаю, что это не преступление, но, похоже, к тому все идет. Пусть кто-нибудь допросит его. Спасибо, Кэрри Саннер. Так, 89-е. Гюрсель. Это последнее предупреждение. Никаких отговорок не приемется. С Тахиром они не простят, и со мной тоже. И не говори мне, что ничего не выходит. Позаботься о том, чтобы вышло. Ты здесь главный, это твоя работа. Рыбаки не хотят платить деньги. Ты шутишь. Вправь мозги своим людям. Гюрсель. У вас маленькая деревенька. Она вся выгорит дотла за считанные часы. Ты говоришь, что твои люди считают, что им не нужна наша защита. Они разве не понимают? Только мы можем защитить их от нас самих. Так что поверь мне на слово, им очень нужна защита. Тахир не вникает в подобные тонкости. Он считает, что дураков надо учить. Сделай что-нибудь. Все что угодно. Но вразуми этих людей и побыстрее, Карим. Тому, кто сейчас отвечает за жизнь и благосостояние города, меня зовут Мустафа. Последние 2 года я поддерживал работоспособность этой системы. Сегодня мой последний день, и я слагаю себе все полномочия, пока не случилась авария. А авария будет, можете не сомневаться. Если вы это читаете, значит, город остался без электричества. Да поможет вам Бог. Я объясню, почему город остался без электричества. Представьте розетку, в которую воткнули 2 десятка электроприборов, 10 холодильников и еще 2 телевизоров. Также и город. И теперь они хотят подключить еще и позорный мост. Я обновил конденсаторы, но в трущобах еще остаются целые кварталы населения, населенные злостными неплательщиками, которые подключились и не платят. Система не выдержит такой нагрузки. Военным нужно пойти по домам и отключить электричество у всех неплательщиков, но такого никогда не будет. Сулейман говорит, проблема решится сама собой, потому что с каждым днем здоровых людей все меньше и меньше. Кажется, он думает, что все мутанты перед тем, как утратить контроль над собой, гасят свет и выключают телевизор. Что-то я сомневаюсь. И раз вы здесь и читаете эту записку, знаете, что я оказался прав. И вот мой следующий прогноз. Никто не выйдет отсюда живым, уже слишком поздно. Прости, дружище, но у вас нет никаких шансов. О, так, от кого? В Рио губернатор полковника Кадыра Сулеймана, центрального командования Харана на время ЧП. Кому? Майору Халиму Аббасу, управление инженерных войск. Тема «Световой заслон на позорном мосту». Майор Халим Аббас. Вы кажетесь разумным человеком, и тем не менее отнимаете мое время вопросами, которые я считаю давно решенными. Или недостаточно ясно и слагал свои мысли. Несмотря на мои предыдущие письма, вы настаиваете, что я не понимаю, не помню всех препятствий происходящего, перспектив происходящего. Уверяю вас, что это не так, как вы не раз заявляли. Первое. Для светового заслона на позорном мосту необходимо мощное электроснабжение. Второе. Электроснабжение из трущоб низкого качества постоянно сопровождается скачками напряжения, каковое нередко падает ниже спецификации допусков. Третье. Скачки напряжения приводят к быстрому износу специальных ультрафиолетовых ламп, из-за чего их срок службы сокращается. Четвертое. В конечном итоге вся система может выйти из строя. В любой момент это автоматически приведет в действие предохранитель, активирующий взрывчатку, и мост будет разрушен для сохранения карантина. Что приводит нас к такому вопросу, который вы поднимете вновь и вновь, поскольку мы не можем знать, когда именно система выйдет из строя. У нас не будет возможности вывести наших людей из города до того, как мост будет разрушен. Таким образом, мы застрянем в Харане вместе с мутантами. Многих из нас заразят, многие умрут напрасно. А это осознанно. Теперь мы поняли друг друга. Сулейман. Так, 16-е. Защитная передача по телекодовой связи. Какой-то там номер. Кому? Эрлу Асани, губернатору провинции. Срочность максимальная. Начало сообщения. Крайне важное уведомление от ВГМ. Со всей ответственности заявляем, что антивирусный препарат антизин эффективно подавляет харанский вирус. Антизин не уничтожит вирус, но при регулярном приеме замедляет развитие болезни и не дает
проявиться ее самым тяжелым симптомом. ВГМ сотрудничает с несколькими фармацевтическими компаниями, чтобы производство антизина покрывало нужды всех жителей Харана. Начиная с 14.30 этого дня, все воздушные грузы, которые ВГМ доставляет в Харан, будут содержать антизин. К препарату прилагаю подробные инструкции по дозировке и применению. В свете всего вышесказанного мы отменяем рекомендации ампутировать пораженные конечности с целью предотвратить заражение харанским вирусом. Пожалуйста, свяжитесь с мэром и другими официальными лицами, чтобы как можно скорее распространить информацию среди населения. Конец сообщения. О, задолбался читать. Дорогой Эрл, я понимаю, что ты очень занят в этом напряженное для всех время, но мне больше некому обратиться. Вчера Хаса убил мутанта. Сегодня утром ко мне пришли моя дочь Салиха и ее сын Эрен. Они убежали из дома после того, как сосед застрелил мужа Салихи, решив, что тот заразился. Я ничем не могу помочь им, но ты, наверное, сможешь. Ты хорошо меня знаешь, брат. Я никогда не пытался злоупотреблять твоей высокой должностью. Но теперь мне придется к тебе обратиться. Пожалуйста, забери отсюда Салиху и Эрена. Говорят, что из города никого не выпускают, но для тебя наверняка сделают исключение. Я спокойно останусь в Харане, но мне невыносима сама мысль, что мою дочь и внука могут напасть эти ужасные твари. Салиха и Эрен – твои кровные родственники. Они хорошие люди и заслуживают сострадания. Пожалуйста, подзаботься о них. Я знаю, ты не откажешь мне в этой просьбе, за что я безмерно тебе благодарен. Твоя любящая сестра Фалис. Что там еще что-то есть? А, все. Все прочитал. Блин. Задолбался. О, аптечка. Пустая. Что, взять нечего? Ну, хрен с тобой. Ладно. Так, сколько время? 2 часа. Давай посмотрим, что мы тут можем. А, идите к высотке. Это... Так, мне надо украсть украденное. Вот давай мы вот это посмотрим, где это. Украсть украденное. Блин, далековато. Далековато бежать отсюда. Так, есть что поближе? Аккумуляторы. Вот, аккумуляторы. Где-то рядом должны быть, да? 275. Ну, все ближе, чем до высоток. Все ближе, чем до высотки. Давай. Бежим. Что тут? Так, еще что ли там? Вертолетный самолет летит. О, ёпа мать. Вот это подъебос. Ой, опять там этот мудак. Где? Ну... Чундриш. Так, тут хер, да? Так, а чё там? Кто тут базарит? Так, а где? Ай, блин, тут монеты, деньги собирать, которые... Я, блин, не это. Не использую. Толку-то мне от них. Того, что я их собираю. Так, что очень трудно, нет. Это мы, скорее всего, не успеем. О, давай. Так, давай, мы сейчас... А. Так, сдох ты. Так, ты. Так, тебе что я? Выжил, да? 2. Все, с 3. 3 хватило. Тебе одной хватило. Так, кто там еще орет?
Да что ты? Чё ты шустрый-то такой? Так, ну-ка подожди, давай мы знаешь, что сделаем? Вот это вот. Вот так вот мы сделаем. Так, надо ближе будет подойти, наверное. Что там еще кто-то? Ну давай в огонь. Оп. Ну и что ты туда зашел? Так, зашел, да? Так, мне надо собрать сперва. Так, с этими вроде со всеми, да? Разобрались. Не, мне стрелы надо забрать. Мне как бы дроп может быть и постольку поскольку. Вот стрелы собрать надо. Так, это тяжелая арматура. Так, эти... Так, что тут аккумулятор? Хрен, там нету аккумулятора, да? А, или подожди, стой. Или аккумулятор... Где-то здесь. Ну, что-то меня там... Прям под носом бросили. Дразнит меня, суки, дразнит. Ой, у меня аж отмычки сейчас закончатся. У меня аж отмычки закончатся сейчас. Так. А закрыть я могу ее обратно? Нет, тогда мы... Так, один аккумулятор я поднял, значит. Так, здесь больше ничего нету. Дверь закрыта. Угу. Так. Слышь, здоровяк. Оп. Все. С тобой мы разобрались. Кто там еще? Так, 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 так. Сколько тут добра, да, лежит? Ну, хрен с этим добром.
Легко. Угу. Еще сдохнуть тут не хватало. Вообще будет супер сдохнуть просто от этих. Не до зомби. Ну, давай мы тебя там бум-бум пожамкали за твои гнилые сиськи. Так. Тебе, блядь, аккумуляторы надо собирать, а ты тут доллары у них собираешь. Так, давай. Так, и надо тебе аптечки. Ой, аптечки. Отмычки сделать. Отмычки сделать. Груз отобрали. Хорошо, отобрали, отобрали чертежи. Отмычки. Отмычки. Ух ты. Сколько я могу вас сделать? Раз, давай, два. 15 штук сделаем и хватит. Ок. Давай так, чтобы 110 было ровно. Так, все, отмычки мы сделали. Так, теперь... Где? Так, здоровяк. Так, там два, да, бегуна? Раз. Два. Все нормально. Все нормально. Так, давай мы полицейскую машину вскроем. Пока тут не опять никого не набежало. Может, здесь какие патроны будут для пистолета, еще что-нибудь. О, то как-то прям... Есть оружие, а стрелять нечем. Конечно, хоть лук-то поубойнее пистолета получается. Интересно, если арбалет сделать, какой у него урон будет. Не, ну я могу так просто сделать арбалет, чтобы посмотреть, какой будет урон. Так, что у нас тут еще? Копы есть. Это легко. Где легко, так это нормально. Обшарим полицейские машины, потому что в них как раз вот может лежать оружка. Судя по гайдам, которые есть, есть вероятность еще и в полицейской машине какую-нибудь желтую шмотку, золотую найти. Есть такая вероятность. Ночью, конечно, она намного выше. И на сложности там, которая это лютая там самая сложность, на ней прям очень высокий шанс нахождения золотых шмоток. Ну сколько я ночью не играл, когда вот проходил первый раз на этой сложности, мне так и не повезло. Ни одной шмотки я так и не сумел найти. Что-то хрипеть, блядь, начал. Так, ты там это, заканчивай взрываться. О, пестик. И кристалл какой-то. Что он там? Подожди, а с кем он там дерется этот? Это они там с людьми, что ли, дерутся? Эй, я водичку пью. Ты тихо. Ну давай. Прикольно вот эта штука, когда с ноги их убиваешь, прям очень прикольно.
Так, а он там с этими, с людьми Раиса дерется или нет? Так, давай-ка, это хватит. Эй, я в тебя в две всадил вторую, дай стрелу. Все сейчас взорвется, сука. Перебаламутил. Ну давай быстрее, времени тяни. Ну. Че время-то тянешь? Так, эти пока горят. Ёпарасоте, сколько вас там собралось-то? Так, эти... Так, ну... А у меня все равно сейчас, пока огонь горит, я там не подлезу особо. Потому что... А, наверное, нет. Наверное, смогу все-таки открыть. Так, ты сгорел? Сгорел. Так, а это не этот, это не этот. Подожди, это что? Это... Ё-моё, там еще целая армия идет, или не идет, или это я так. Подожди, ты. А, все, открыто. Так. Так, 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 что там до ночи сколько? 18:39. По заданиям, мелки-мелки, царица ведьм. Это где? В какую пещеру-то надо бежать? Вот сюда, отправляйтесь в пещеры ночью. Ну, погнали. Надо добежать еще успеть до туда. Потому что время 18, пока добегу, как раз будет ночь. Какие-то там грибы собрать. Я смутно просто помню, что там. А то, может, в этой пещере-то прям и это. И лягу. И закопают меня, может, в этой пещере-то прям. Так, а тут можно? Вот. О, я прям через провода, смотрите, проехал. Так, это я на школу прыгаю, лечу. Да? Вы вошли в безопасную зону. Ну, я очень рад. Очень рад, что я сумел добраться до безопасной зоны. Так, но мне... А, подожди, здесь же эти Биба и Боба. Фатин и Толга. Давай-ка я тогда им квест сдам сразу. Вот ваш аккумулятор. Проверь, нет ли следов от зубов. Молодец. Без проблем. Обдумал задание, мозг не вскипел. Вам еще многое нужно для этого вашего проекта. Не твое дело. До свидания. Ну окей. Че ты по косарю-то мне все даешь? Вот падлы. Жмоты какие. Все косарь дают за эту хрень. Я там, падла, рискую. А он мне все 1000 опыта дает. За какие-то странные там ромашки собрать, и то 2500 или там 5000 дают.
Так, а сколько мне осталось доли? Ой, надо, да. 30, 34 тысячи. Так, сколько у меня инвентарь этих наборов CS2? Очков мало дадут. Плюс квесты сдам, даже не дотяну, не смогу. Не смогу я 30 тысяч набрать. Надо еще несколько наборов CS. Так. Стоп, ты сюда. Тебе сюда. Точнее, тебе. Не тебе, а мне. Точнее, мне сюда. Или не сюда. Так, ну... Ну-ка, давай. Раз это, а тут где-то в начале, где-то в начале ловить надо. Так, еще чутка. Оху. А чё у вас так много-то? Эй, кореша. А вы чё, запрыгнуть не можете? Так, пещера. А, подожди, вот здесь что ли? То есть мне сюда надо или... Не совсем понятно. Не совсем понятно. Да нет, вроде. Тоннель Брайт, зона карантина, сложность. Да нет, не должно мне быть сюда. Скорее всего, где-то вон там. Еще пещеры какие-то должны быть, да? Где-то здесь. А что это вот это? О, смотри-ка, эта штука опять обновилась, да? Так, и что мы? Давай возьмем еще аптечку. И набор. Или это вот здесь? Сколько там до ночи осталось? О, полчасика. Вот тут. Тут даже есть. Кто-то плавает. Вход в темную область. Так, ну что? Что? Опа! Ну, одно радует, вы в воду не это, но вы, падла, умеете там это. Я знаю, что вы на расстоянии там тоже умеете шмалять. Поэтому... А как вы отсюда выбираетесь, если вы под водой не это? Если вы под водой не ходите... То как вы выбираетесь, тогда мне вот интересно. Так, сколько тут? 4000 силы надо еще, да? Ну ладно. 20-40.
Ну. Плывем еще раз. А я могу тебя как бы это вытолкать отсюда? Или не получается? Ух ты, сколько вас тут. Вот, вот, я про это говорил. Вот про это я и говорил. Так, чё меня тут опять в безопасную зону портнуло, да? И теперь... А, ну до пещеры мне тут... По сути, добежать-то хер до них хера надо. То есть пещера, она вот тут прям рядышком. Вопрос только... Ждут ли меня там эти уроды? Или нет? Так, подожди, а... Ну я же... А. На радаре не показывается. Мне вот интересно, как его отсюда свалить? Через что вы отсюда свалили? Здесь просто обычные зомбаки сейчас. Да? И мне нужно грибов собрать. Грибы. Это грибы? Так, вы поздохли. Так, ну то есть получается они сейчас сюда не вернутся, да? Пока ночь, они сюда не вернутся. Это значит, что я могу особо не беспокоиться. Грибы, грибы, грибочки. Так, тут нету. Так, здесь. А, подожди, тут. Быстренько перепрыгнул. Думал, сейчас это упадет. Упадет, потом снова встанет и пойдет. Так, выключим свет. Вы же светиться, наверное, должны, да? А если вы должны светиться, то вон там еще грибы. Кажется. Девятые. Так, теперь вопрос в том, где... Ага. Подожди, сейчас ночь настала, я прыгаю. Или потому что это зона какая-то безопасная, или что? Почему очки не в двойном размере даются? Так, где десятые грибы? Где еще? А, вот они. Все. Так, все, я все грибы собрал. Все грибы собраны.
Так, ничего здесь не осталось. Так, что у нас там? Где груз упадет? Сейчас посмотрим. Груз упал. Не, не на поверхность выбраться. Ну, недалеко, конечно, ну. И пиндец как очково-то. Так, это мы сейчас побежим. Так, вон этот упырь ходит. Слушай, ну ты успеешь пробежать 100 метров или тебя сожрут все-таки? Тут так-то и до груза-то там недалеко получается. Там вон безопасная зона. Тут груз вот уже, блин. Ага, и вот он этот мудень. Ага. Это что, небезопасная зона? Так, вот груз. Сколько до тебя? До груза 119 метров. Падла, как охота сбегать-то за грузом. Это там и куда сюда? 106 метров. Тут просто, вот, блин, рядом совсем груз. Чё ты там? А, он там на ультрафиолет натолкнулся, да? Ну-ка. Тут вот. Тут тоже безопасная зона, да? Короче, ты рядом где-то с безопасной зоной упал. Где? 27 метров показывает. А, это электричество, ну. А, вот. Слушай, нормально. Нормально. Ракет подобрал каких-то. Хер с тобой. Так, теперь давай. А, так, эту отметку убираем. 100. Не, ребят, я тут по-аккуратному, по-тихому. Давайте. Пробегу. Вот и все. Так, сейчас мы сдадим ведьме квест. Снадобье позволит тебе на некоторое время ходить среди Морти. Оно действует недолго и может нарушить восприятие. Есть средства и более действенные, но для них нужны ингредиенты посильнее. Плюс выше риск. Теперь ты готов служить мне. Что тебе надо? От тебя? Да нет, ничего. Я ничего не прошу, прокурщик. Ты занимайся своими делами, делай, что считаешь нужным. Пользуйся свободой. На самом деле ты будешь исполнять мои указания. Даже сейчас ты под моим контролем. Да, да, да. Под твоим контролем. Точно, точно, точно. Грибное зелье. Окей. Отдайте. Так, а что тут еще? Грибное зелье Дели. Грибное зелье я выучил. Так, сколько до утра? Час, полтора. Ну, в общем, вы понимаете, что я не побегу сейчас. Я не побегу. Ух ты, 6.
Слушай, я еще как-то за ночь умудрился 6500 наварить. Не, ну я за ночь и больше наделывал. Делал. Плюс здесь есть еще один вообще, как бы, ну, прям можно сказать, читерский способ. Фарма очков. Ну, это уже когда ты это качаешь, прокачивать. Так, давай я свои заберу. Когда уже уровень легенды прокачивать, то есть вот там прям можно это, ну, я в секторе 0 покажу, как этим способом пользоваться, то есть просто вообще прям шикарный способ для прокачки уровня легенды. Так, чё сейчас надо сдать мелки. Там кому-то мелки. А, нет, сперва мы к этому. Так, у меня должно быть 5 этих наборов. Сколько ты за 5 дашь? 25. Как раз хватило, нормально. В смысле, не хватило, что ли? А, ты прикинь, 4000 не хватило. Ох, хер с тобой. Давай, сколько там за мелки-то мне пообещали. Это вот те 4500, то, что меня этот мудак убил. Или мудаки, или они там все вместе на меня напали. 4, может, махом прям ушатали. И вот это я и просрал. Так, надо будет выше подняться. Так, на этом этаже. Мелкие. На, Кейт, ты нашел мелки? Потрясающе, ты лучше. Дети просто с ума сойдут. Конечно, в хорошем смысле. Вот, держи, ты найдешь этому лучшее применение. 2500 тоже не хватает. Награда 1200 баксов, да? Идите в высотки. Нет, в высотки мне еще рано идти. Еще рано идти в высотки. Кофе, а, во. Кофемана, кофемана я сейчас это... Кофеек я сейчас отнесу и, скорее всего, апну уровень. Вот и все. Так. Так, а что у вас тут? Только есть супер кровопускатель. Это не то. Лук. Сколько лук этот стреляет? 240. Не вариант. Медный нож. Так, надо продать. Так, это сверневиковый метательный топор. Так, резной молот продать. Простой клевец. Отличная крикетная бита. Ага. Так, я думаю, наверное, виндикатор надо сложить. И виндикатор. Так, охотничий нож. Ваше первое оружие. Так, забойный нож мы тоже. И так, пистолет и полицейская винтовка. А вот виндикатор надо будет. У меня на этом этаже 100, 190, да, да, это значит здесь. Так, это не та комната. Вот тут этот сидит. Вот здесь. Так, виндикатор убрать. Американский пистолет тоже давай уберем, винтовку оставим. Так, охотничий нож, и это все пока оставим. Что тут? О, у меня ноутбук появился. Что-то еще тут. Бомбер. Постоянно там что-то появляется. Дополняется. Так, а что ты? Кофе надо сдать. И кофе. Ну вот после кофе можно, в принципе, и... пойти
После кофе пойти сделать уже этот квест. Так. Ты спас нам жизнь. Эти любители кофе – опасные психи. Только об одном и говорят. Так, по уровень выживаемости. Это хорошо. Так, что у нас? Нож. Научитесь атаковать мутанта под маскировкой, не привлекая лишнего внимания. Кошка. Вот она, наконец-то. Научитесь делать кошку. Ее помощью быстро, свободно передвигаться. Да, давай. Отлично. Вы можете забрать награду из тайника в убежище, а также получить ее у кладовщика. Чудесно. Чудесно. Кладовщик. Предметов нет. Кошка. А чё опять музыка-то тревожная играет? Так, теперь мне... Кошка, кошка. Как использовать кошку? Так, ее, скорее всего, надо... А, вот так, да? Ну-ка, давай. И... Вот она. Все, кошка есть. Кошка есть. Кошка есть. Так, что по квестам у меня? Украсть украденное, бинокль, полночная невеста, ядовитые травы. Подожди, а я же аконит уже это. Я же аконит. А, нет, где-то... Где-то он... Так, а где ты, Муса? А, туда надо бежать, да? Вот такая прям... Музыка-то прям как накаляет. Блин, нахрен ты их бьешь, если не убиваешь? Ну-ка, давай вот так. Опа, опа. Вот для чего кошка нужна была. Вот для чего я ее ждал. Это Фатин, прекращаю слизывать с палки термитов, иду сюда. Сука, чувство юмора твое прям. Я понятно выразился? Да, только не отключил связь. И вообще, кто тебе разрешил пользоваться моим радио? Тот же, кто разрешил тебе съесть мой сэндвич. Ты должен был приготовить обед нам обоим. Сам готов для себя обед, интеллект недоделанный. Интеллектуал недоделанный. А, 1000, да пошли вы со своим 1000. Так, тебе принес аконит. Хорошо, уверен, что это было непросто. Подожди, у тебя кое-что есть. Ты это заслужил. 1000 баксов. Отлично. Доложите Фолги и Фатину. Толги и Фатину. Ой, и вы опять здесь. Слушайте, ну что-то прям это. Рады встрече, мистер. Как там его? Крейн. Похоже на кран. Безмозглый грузоподъемник. Говорите, что нужно, и я все сделаю. Изолента. Кабели. Нам нужно 10 мотков изоленты. Нет, нам нужно 10 электрокабелей. Толго. Изолента. Кабели. Изолента. Кабели. И то, и другое. Именно. Это значит, хватит болтать, займись делом. У меня изоленты и кабели есть. Давайте этому долбоебу изоленты. А тебе кабель. Все? Толго. Изолента и кабель по десятку.
Неплохо справляешься, обезьянка. Я знаю выше своих возможностей. Говорят, чтобы научиться хорошо играть, нужно играть с кем-то, кто явно сильнее тебя. Да, общение со мной Толгой заметно повысилось по уровню интеллекта. Можешь не благодарить. Еще одно задание, и мы все закончим. Ой, наконец-то, что вам нужно? По ту сторону Урхушного моста есть военная база. До нее можно добраться по тросу. Ах ты, урод компот. Используя интеллект, который мы помогли тебе развить, ты найдешь портативный армейский гидролокатор. Принеси его нам. Принеси его нам. Мистер Дал хочет видеть тебя. Так что воспользуйся дезодорантами, постарайся не пускать слюни. Все, исчезни, на тебя больно смотреть. Ты уже мхом порос. Давай ноги в руки. Может, он еще двигается. Общая теория относительности утверждает, что все в мире движется, кроме тебя. Блять, ваш юмор интеллектуальный, это просто 270 по тросу. Ну, здесь два варианта. Либо вот тут залазить туда, потом оттуда воскатываться сюда, либо опять по этому, ну, оббегать. И ух, слушай, ну раз я уж рядом здесь, давай тогда мы это сгоняем за тросом, посмотрим, что там. Эхолокатор, там опять через миллион зомби пробьемся. Пробьемся через сотню зомби. Ой, я сейчас, знаешь, что попробую? Я сейчас попробую кошкой в жбан кому-нибудь из них зарядить. Вот так. Прикольно, кстати, получается, да? Давай. И, ну... И тебе доброго утра. Подожди, что, еще кто-то на меня бежит? Да что у вас так много-то? Ублюдков здесь. Пошел нахрен. Так, стоп. Что это было? Пиздец. Что это было? Ну. Так, опять сама. Груз где-то сбросили. Кажется, я понял, где сбросили. Там заскриптованное место сброса. Ну, давай. Два бегуна. А, ну тут уже люди раются, да? Ну, похеру. Что нам-то, кабанам?
саблю какую-то отжал. Не, ну, за лук, конечно, спасибо. Я просто не представляю, что там нужно было сделать, чтобы этот лук получить. Но он там за что-то как выдается, там за какой-то квест. Слушай, а что-то когда я, по-моему, бежал сюда первый раз, меньше здесь зомбачей было. Или я ошибаюсь? Так, если я по самой высокой... А нахер тебе по самой высокой лезти? Ну, давай. В какой раз мы тут... Блять, кошка слетела. Короче, меня что-то это накаляет уже. Бегать там второй раз уже. Давай попробуем через эту тогда. Кто это меня? Калит меня, что приходится, блин, оббегать по нескольку раз, прыгать, перепрыгивать, это вообще не дело. Ого, еще и на этот очки навыков. Давай посмотрим, что мне тут по силе можно взять. Так, это что такое? Набирайте очки силы быстрее в течение 10 секунд после убийства врага. Чем больше убийств, тем больше усиления. Пойдет это, если их толпы вырезать. Пойдет. Слушай, ты не там не можешь. Какой-то... Слов нету. Не оббежать, не залезти не можешь. Да что ты за врот? Тебе компот. Что тут, квест какой-то? Просто пиндец какой-то ты, блядь. Капец, вы там ржете, наверное, вообще там. Тем, как я тут это туплю вообще, жесть. Ну, как бы я это вырезать ничего не буду, потому что это... Ну, зачем? Зачем это вырезать? Если... Это игра, и это идет так вот, что... Может, кто-то себя узнает, как он играет, да? Скажет, о, ёптать, не я один так играю, есть еще люди хуже меня, там, да, кто играет, кто так жестко тупит просто. Так, ну все, сейчас, по-моему, мы, вот она дверь, тут надо, главное, править, а, подожди, вот так, оп, все, правильно, так, мы сейчас... Ух ты, там сопишь-то как. Сопелка. Так, теперь надо понять, в какую сторону нам. Нам вот на ту надо. И откуда лезть? Оттуда? Ой, вас сколько много. Так, сюда. Если я лезу сюда, я нет. Так. Ну... Давай отсюда попробуем опять.
Так, еще маленько надо пробежать. Блин, можно было бы тачку эту столкнуть. Сколько тут мяса для фарма? Ну-ка, ты. А, ну тут кошки негде зацепиться, да? Слушай, ну ты уже сколько? Два, три, четыре раза уже за прохождение здесь забирался, залазил. Чё сейчас-то тупишь? А? Давай, так, сейчас где-то тут штормить должно. Примерно на середине участка. То есть сейчас день. Тебя никто не преследует, так что не нервничай, иди спокойно. И все. Так. Спрашивается только нахуа? Нахуа ты туда прыгнул? Или нахуа ты туда залез? Ладно, нам в любом случае надо добраться вон до того троса. А как? А, подожди, вот, наверное, да? Так, вот сюда. Потом сюда. А, ну все, мы. Так, сколько время? Есть запас. Пошли. А, подожди. Слушай, ты меня вот... Эта спускалка меня бесит, я реально... Я думал, я промахнулся, блядь. Непонятно было, что я это... Что я не промахнулся. Очень трудно. Так, чё у вас тут? Всех поперемочить? Какой же сложный выбор. Всех перемочить или перемочить всех? Да? Какой же сложный выбор. Эх. Так, слушай, у тебя стрел, по-моему, жопы жуй. 7. Давай-ка ты сейчас на полную сделаешь стрел. Всех их нахер порастреляешь. Так, подожди. Я не понял, это что было? Кто тут быканул? Так, вы еще идете, давай. Угу. Ну. Что, здоровяк попался? Так, нормально с этими. С этими все ясно.
Так, что вы тут это? Еще стрелы мне отдать не хотите? Угу. Теперь только собирать успевай. Так, с этой стороны вроде мы очистили. И даже стрел немного потеряли. Так. Угу. Так, тут аптечки есть. Марля, аптечки. А тут дохлые мухи. Еще аптечка. Так, меня больше, конечно, стрелы интересуют. Марля. Это пригодится. Комплект аптечек. Так, мне какой-то журнал боевых действий. Журнал боевых действий. Так, этим какой там какой-то ретранслятор надо. Так, что здесь? Так. Где-то там эти еще за кустами ходят. Ой, за кустами. За палаткой. За кустами, блядь. Гидролокатор. Гидролокатор. Что тут за гидролокатор? Так. Это не про нас, это закрыто. Так, ой, кореша. А вот он туда, наверное. А нет, это стрела. Блин, где гидролокатор-то? Силовой кабель. А вот он. Все. Толга, это Крейн, может, так он у меня. Локатор? Он нам сейчас нужен. Кто тебе об этом просил? Чего ты это придумал? Отвали от радио, Фатин. Когда он понадобится? Скажите, когда он понадобится, конец связи. Да ёпта, долбоёбы. Так, ну, оставшуюся часть зомби я зачищать не буду. Не вижу в этом смысла. Не вижу смысла в этом. А вот машины, то, что те там полицейские, я взломаю. Может, оружка какая-то. Ну, конечно, мне больше патроны нужны, чем оружка.
Ага. Блин. Так, отмычек опять уже. Так, краденые ценности. Блять, нахер мне ваши краденые ценности. Так, еще одна тачка. Где-то здесь. Блин, вот взлом отмычек. Жалко, что как в этом в Скайриме нету там скелетный ключ, который вообще не ломался. И можно было это херачить, херачить, открывать и открывать. Так, примерно положение запомнил. Так, обратку. Вот, открыл. Ну, вот он. Ну, хоть не зря мучился, да? Ружье какое-то. А, вон там еще полицейская есть тачка. А у меня уже отмычек три штуки осталось только. Надо, значит, отмычек сделать. Отмычки. Раз, два. Так, тут никто. Блин. Ё-моё, блин, я, наверное, не успею открыть-то. Да, ну, хотя хер его знает, как повезет. Ага, почти. Нет, это сильно. Я надеюсь, там будет хоть что-то стоящее, что я не зря сейчас трачу время на убийство этих уродов. Так, все. Прикольно. Ага. Рыцарь. Ни хера стоящего, в общем. Давай тогда соберем стрелы. Так, наверное. Ах, 100%, чтобы. Стрелы соберем. Стрелы. И идите в высотки. Идите в высотки, так. Ну что, пошли тогда в высотки, раз надо. Раз надо, то пошли. Сколько до них? 923 метра. 923 метра. Так, сейчас мы до безопасной зоны доберемся. И, наверное, на сегодня это будет все. В высотке мы пойдем в следующей серии.
следующей серии, потому что там я умирать походу буду очень часто. Так, это что ты мне тут? Сохранения нету. Там. Вход в безопасную зону. Давай, плыви, плыви, плыви. Плыви. Так, ну в общем, на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Все, на сегодня заканчиваем. Давайте, до новых встреч. Всем пока.